Россия официально одобрила измену у двухбоковое погоднение с Республикой Беларусь об спогнании алиментов. Такие меры повысить эффективность спогнания алиментов с громадян Российской Федерации и Беларуси. Обедве союзные державы ратификовали протокол об унесении изменений у погоднения о парадку взаимного выполнения судовых постанов по справах об спогнании алиментов. Изменения заключаются у махшимости спогнать алименты по месту отрывания дохода должника, який не поведомил об своем месте знаходжения. Органы примусового выполнения Беларуси и России могут накировать выконавший лист по адресе официальной працы должника. Таким чином, коли спогнальник алиментов не ведая, где живет должник, алименты можно спогнать по ведомым адресе организации ИП, где выплачивается заработок должнику. Незалежно от того, на территории какой страны он находится. У нас союзное государство, зачастую граждане Республики Беларусь выезжают на заработки в Российскую Федерацию и не сообщают о своем месте работы и места жительства, и это затрудняет взыскание алиментов, накапливается задолженность. Нередки случаи, когда должников объявляют в розыск, находят на территории Российской Федерации. Это длительное время взыскания алиментов. А так можно напрямую сократить время взыскания алиментов, напрямую направить работодателю, который будет удерживать алименты.